Голую правду о жизни студентки узнали многие жители Владивостока. Что заставило девушку обнажиться, никто так и не понял. По словам очевидцев, на заправочную станцию блондинка приехала еще в платье, ну а через пару минут сорвала с себя одежду, выбежала на дорогу и стала бросаться под машины. Мимо как раз проезжал патрульный наряд. Полицейским не сразу удалось успокоить эту девушку. Не надо! Они подожгли! Они подожгли! Понятно, понятно. Не надо, умоляю! Обвиняла всех проходящих, проезжающих мимо В чем она вас в том, что ее облили бензином и подожгли. Она с себя сорвала одежду прилюдно. Клялась маме в том, что она ни в чем не виновата. Патрульные вызвали медиков, а девушку для ее же безопасности пристегнули наручниками к фонарному столбу. Врачи осмотрели пациентку и пришли к мнению, что специализированная помощь ей не нужна. Студентка находилась под воздействием каких-то наркотиков. Он